Сделка века, предложенная Трампом руководству Израиля и Палестины, вызвала негодование властей этой государственной автономии и ее населения. Как и 20 лет назад во время переговоров в Кэмп-Дэвиде, который вел тогдашний премьер еврейского государства Эхуд Барак с Ясером Арафатом, основным камнем преткновения стал Иерусалим. На этот раз Белый дом предложил сделать неделимый Иерусалим столицей Израиля, а Восточный Иерусалим столицей Палестины. Официальный Тель-Авив инициативу поддержал, палестинский лидер ее отверг. Я хотел бы сообщить и Трампу, и Нетаньяху, что мы не собираемся торговаться по поводу Иерусалима, и что наши права на него тоже не предмет дискуссии. Эта сделка никогда нами одобрена не будет. Палестинцы посчитали, что в плане мирного урегулирования на Ближнем Востоке все преференции отданы Израилю. Трамп же полагает, что положение сделки века ставит обе стороны конфликта в равное положение. Мы призываем палестинцев встретить, наконец, вызов мирного сосуществования с Израилем. Я надеюсь, что Палестина примет этот план и начнет строить вместе с Израилем мирное и процветающее будущее. План Трампа также предусматривает сохранение имеющихся еврейских поселений на западном берегу Иордана. Об этом американский лидер сообщил, опубликовав в своем микроблоге новую карту палестинского государства. По мнению ООН, статус Иерусалима, как и его восточных и северных кварталов, части города, перешедшие под контроль Израиля в результате шестидневной войны, должен стать предметом переговоров. Об этом сообщил официальный представитель Генсека международной организации. Статус Иерусалима, как он не раз заявлял в прошлом, должен стать предметом переговоров между заинтересованными сторонами. По мнению Вашингтона, рано или поздно палестинцы с этим планом урегулирования согласятся. Об этом сообщил госсекретарь Помпео, но главный переговорщик с палестинской стороны Арикат уже заявил, что, цитата, «США отказывают Палестине в независимости, международном праве и многостороннем подходе».